В конце мая в стране отмечают День российского предпринимательства. Поздравления принимают руководители крупных предприятий и компаний, а также владельцы малого и среднего бизнеса. Как в городском округе Люберцы чествовали представительниц женского сообщества предпринимателей, покажем в следующем сюжете. Аренда. Для нас прям вот больная тема, наверное, для многих, потому что мы ее просто мы не можем. Либо предлагают по каким-то ценам, для малого предприятия это очень, ну, дорого. Повод для встречи хоть и праздничный, но разговоры о работе никто не отменял. За чашкой чая люберецкие бизнес-леди делятся своими успехами и в то же время отмечают, с какими проблемами приходится сталкиваться. Вопросов много, от помощи в продвижении бренда до стартовой стоимости аренды. Кто соприкасался с бизнесом, тот понимает, насколько это... Ты сегодня на коне, завтра может быть пот. Это сумасшедший труд. Он в интеллектуале, в первую очередь, это интеллектуал. Ну, физически, это надо тоже выжить, выстоять. И все остальное уже сопутствующее. Поэтому, чтобы бизнес укреплял ваше здоровье. Виновницам торжества Владимир Ужицкий вручил почетные грамоты и благодарственные письма Совета депутатов городского округа. Сегодня в Люберецком отделении Союза содействия женскому предпринимательству более 60 активных участниц. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.